Ай, доброе утро. Доброе утро, мои дорогие. Доброе утро и приятного аппетита. На завтрак омлет из 3 яиц, половина помидора, немного лука, немного трав Сицилии, специя, перец, соль по вкусу. Вкусный, крепкий кофе. У меня уже вторая кружка, потому что пока все это дело приготовишь, ой, начинается, знаете, такое. Ну, короче, это же сложно приготовить, накрыть, одеться. Кстати, скоро выхожу из дома, поем и выхожу из дома. Какой вкусный, какой крепкий. Вот, кстати, с моим давлением, как выяснилось, что оно у меня слегка повышенное, нужно немножко себя ограничить в кофе. Что делать бы мне не хотелось. Так, показываю еще. Немножко сыра, бекон, суджук из баранины. Оливки с косточкой, немного сыра с плесенью, не знаю, до него дойдет очередь или нет. Так, крем для рук, крем для рук, так его нужно убрать из кадра, убрала, да. Так, немножко винограда, может пару ягодок съем. Варенье из грецкого ореха, привезла его из Крыма, сгущенное молоко. Еще 2 кусочка черного хлеба и сливочное масло. Кстати, омлет жарила на сливочном масле. Ой, так как я уже выпила одну кружку кофе, у меня уже, знаете, как сказать, я просто жрать хочу. Я просто жрать хочу. Если честно, время у нас уже начало второго. Пока бегаешь, пока то, пока сё. Планы появились невзначай. Ну, короче, блядь, сейчас выхожу из дома. Кто торопится? Кто пожалел? Кто пожалел? Так, давайте будем кушать. Будем кушать. Я точно знаю, что это безумно вкусно. Вот 100% знаю. Так, давайте-ка я положу на хлебушек. Сделаю себе бутерброд. Вот так вот. Если честно, знаете что? Мне бы не хватало свежего огурца. Угу. Да. Вот мне бы сюда свежий огурец. Дома огурцов нет. Бля, сейчас набью себе рот. Это нечто. Это прям бомбическим. Вкус бомба. Слушайте, я стала добавлять в омлет лук. Для себя открыла этот новый вкус. Раньше думала, что это недопустимо, а сейчас ничего. Допустимо, еще как допустимо. Как здорово, когда открываешь какие-то для себя новые вкусы. Как здорово, что ты еще способна удивляться в этой жизни, а не охуевать. Да. А то в основном я в последнее время только охуевала. А нет, вот сама себя удивила. Как вкусно. Как вкусно. Кровать заправила туда-сюда. Надухарилась, оделась, колечки надела. Пойду по делам. Ну, как, по каким делам уж больно? В гости пойду. Позвали в гости. Поеду в гости к своей Женьке, которая мама Лады. Они сейчас придут с какой-то секции. Ну, в какой-то, блядь, кружок ходят. Я пойду. Нужно подкрепиться. Блядь, божественный завтрак. Просто божественный. Видите, в зеркало, да? Кто-то говорит, надо же, так вроде бы худая, а в зеркало, типа, как бочка отображается. Девочка, где худая, где худая? Вот. Ну, где худая? Какая была, такая и есть. Ну, что за бред?
Кто-то пишет, ты похудела. Я пишу, ага. Со вчерашнего, блядь, видео с утра, где вы говорили, что я бочка. Девочка, ну мне приятно. Это, знаете, как сказать, особенно когда парень вот так вот говорит, это, я не понял, ты похудела, что ли? Все, автоматически, автоматически идеально. Знаете, я то, что толстуха, я всегда была толстухой. Я этого вообще нисколько не стесняюсь. Как вы там не пытаетесь, хейтерюга, писать, что жрет как не в себя, да, как не в себя, да, живу вкусной жизнью. Блядь. Просто невероятно. Перфекто. Мне реально вкусно. Та-та-да-та-да. Пою песню «Миллионы» Александра Панайотова. Правильно? Блядь, Панайотов кто он? Панайотов знать-то? Сейчас наговорю. Где-то у меня провалы в памяти. Блядь. Сука. Это лучше, чем секс втроем. Целовала себе ручки, вся в помаде сижу. Ну-ка, еще чмоку. Че приготовила вот с этими своими ручками? Че приготовила? Какая рукодельница, а? Кому же я достанусь такая? Идеальная женщина. Идеальная, вы понимаете? И каждый раз в этом убеждаюсь. Смотрите, какой маленький бутерброд. Черный хлебушек, сырок и бекончик. Завтрак – это основа дня. Ваше здоровье. Как вкусно. Новости даже не хочу включать. Хотя утром, когда проснулась, лежала в кровати, включила. Господи. Бедная Турция. Бедный Измир. Надо лететь. Срочно проведать. Срочно. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Кто за столом? Тебе приятного аппетита, мои дорогие. Приятного вам завтрака. Может быть, я сойду с ума в какой-то момент и начну есть на завтрак кашу. Не, блядь, не дай бог. Не-не-не-не. По-прежнему, вот каша на завтрак, я как-то вот отношусь так вот. Очень скептически. Очень. Ах. Не могу зайти в одну программу. Не знаю почему. Не знаю. Ну-ка, дайте-ка съем одну оливочку. Хотела сказать, что это такое белое? А, это варенье с грецких орехов. Такие, такие оливки маленькие. И прям куцые. Но очень вкусные. Скоро поеду в Турцию. Там, блядь, не будет. Завались оливок. Там они продаются на развес. Когда поеду домой, куплю себе домой их. Так, масло, наверное, мне не пригодится, да? Ну, давайте еще. Бутербродик. Бутербродик такой. Два кусочка сыра и бекончик. Вот так вот. Ну, такой.
трехъярусный бутербродик. Блядь. Сука, шедевр. Просто шедевр. Знаете, вот прям к тому говорится, блядь, как вкусно. Ну вот реально, блядь, как вкусно. Не матерись, тебя же дети смотрят. А знаете что? Дети похлеще меня матерят. Смотрите, как вкусно. Посмотрите. Нигде ничего не подгорело. Знаете, вот своими золотыми ручками все дело. Завтраки отменяют, конечно же, бомба. Баранинка. Очень вкусно. Сухая. Вообще. Смотрите. Очень, очень вкусно. Просто невероятно. Просто невероятно вкусно. Давай, давай, сложись в два раза. Подожди. Сейчас тебя умотаю. Убираем. 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 Пускай вот это стоит перед глазами. Что бы взять еще? Что бы схватить? Тут что-нибудь сладенького может? Крошки. Давай, блядь, смахни все. А, пол надо вымыть. Ну, блядь, вот, ну, не знаю. Это, наверное, не сегодня. Как не сегодня? Нет, сегодня надо. Может, вечером вымою пол. Кто кушал варенье из грецкого ореха? Это молодой грецкий орех. Базон новый. Ничего. Очень вкусно. Очень полезно. Ну, я так сама для себя решила. Наверное, полезно. Но как иначе? Хотела сгущенного молока. Что-то уже не хочу. Ну, мне бы сказать. Шары заведущие. Руки загребущие. Бутерброд хорошо. А есть же такие люди, которые один бутерброд с сыром, кофе и на работу пошли. Мне кажется, лучше так вот накрыть поляну, жрать, сидеть. И никуда не ходить. Угу. Хлеб что-то чувствую. Так не люблю. Ни сыра, ни мяса не чувствую. Вот так вот, если одним ярусом еще проложишь мясом, то лучше будет. Что-то хлеб, я неплохо отношусь к хлебу, но... Когда он доминирует, нахуй нужен. От души душевно в душу, прямо в него. Убираем. Продвигаем виноград. Тоже на такой бутылке, видите? Чик. Ну-ка, подожди. Чик. О! Видите, да, какая бутылка? Из-под шампанского. Очень круто. Ручная работа. Потрясающе просто.
Жизнь такая, все самое лучшее. Угу. Хорошим людям такой же желаю. А плохим, ну как заслужили, так у вас и будет. Ой, винограде хорош. Ой, хорош. Ой, хорош, ой, хорош. За окном такая серость. Такая непогода. Я хоть буду каким-то ярким пятном. Хорошее, да, сочетание? Сама придумала. Блядь, кофе допила? Допила. Даже не заметила. Две кружки уже выдузила. Мамендерги. Поехала к Женьке в гости. Это мелкая, сейчас мне это, блядь, кровь свернет. Но. Это дочь подруги, куда деваться. Мои дети тоже, может быть, кому-то не будут нравиться. Блядь, мне кажется, я буду своих пиздить. Ну, что смотреть там даже там... Ладно. Совсем чуть-чуть. Одна гуща осталась. Ой, блядь. Не хватило кофе. Ну, такое. Угу. Прям как мельница. Как вкусно. Как вкусно. Жить. Мои дорогие, желаю вам приятного аппетита и вкусного утра, воскресенья. Кто смотрит этот мукбанг там в понедельник или во вторник, желаю вам просто приятного аппетита. Все, мои дорогие, пока. Я по делам.